Всем привет, меня зовут Чумик Александр. Сейчас я хочу вам рассказать про смешной случай, который приключился со мной в Китае. Совсем недавно, после того, как у меня закончились пары, мы с друзьями пошли в общежитие. И что-то вот мы разговорились и встали прямо перед входом, и стояли, и болтали. И через какое-то время там проходила куча китайцев, и через какое-то время сзади к нам подошел какой-то китаец и начал просто на нас смотреть, то есть прям вообще не отводя глаз, и мы это видели, и смеялись с этого, и думали, ну, все равно ничего не понимает, можем все что угодно говорить. И после того, как я сказал то, что он ничего не понимает, он к нам подходит и по-русски говорит: «Здравствуйте». И мы просто, конечно, были в шоках, потому что, ну, для нас то, что китаец говорит по-русски, это очень удивительно. Это как китаец удивляется тому, что мы говорим по-китайски. Потому что также могу еще привести один смешной пример, когда был в какой-то кафешке, и китаец мне наступил на ногу, он извинился, я ему говорю: «Ничего страшного». И он был просто в шоке, когда я ему ответил по-китайски: «Ничего страшного». Сразу сказал своей подруге то, что он меня понимает просто. И для китайцев это реально правда, это реально шок, что мы можем говорить по-китайски. А для нас шок то, что китайцы могут говорить по-русски. И этот китаец нам рассказал то, что он учит тут китайских студентов русскому уже 6 лет, именно в Сиане. Сам он не из Сиани, из какого-то другого города. Также он учил русский сам. Возможно, ездил в Россию, это я не помню. Он нам много чего говорил по-китайски, но мы не все понимали, потому что уровень китайского у нас не очень высокий. Хоть я изучал год китайский до этого, но я его изучал так, просто для галочки. То есть, потому что я знал, что все равно в университете меня еще догонят до 4 часки, и как бы сильно я над этим не заморачивался. Что еще можно сказать, то что он, нас было 4 человека, и сказал, что 2 из нас похожи на русских, в том числе и я, то что я очень похож на русского. А остальные двое вообще не похожи, и он сначала не поверил, что мы все вчетвером русские. Также еще тем, кто он сказал, то что они очень прям похожи на русских, он сказал то, что красавчики. Прямо вот так вот по-русски. Вообще, мы удивились, то, что он правда знает очень много русского. И прям так хорошо, нормально говорит на нем. Потому что, ну, я уже говорил то, что для нас это просто удивительно, что китайцы говорят по-русски. Хотя мы знаем то, что многие знают, и большинство пожилых китайцев знает русский, молодежь вообще нет. Молодежь и то еле знает английский. А вот пожилые, они очень, в принципе, много китайцев знают русский язык, но за все это время, наверное, я в прошлом году был в Китае тоже, также от CCN ездил. И за все это время, вот здесь мы, получается, с сентября по декабрь, за все это время я видел, получается, 3 китайцев, которые могут говорить по-русски. И только вот этот дедушка смог прям, ну прям отлично говорил по-русски. И да. Все, спасибо за просмотр.